Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы говорим о браке, о муже и жене, о возможных конфликтных ситуациях, их решении и сохранении семьи. И гость нашей студии – протоиерей Александр Еремин. Здравствуйте, отец Александр! Здравствуйте! Как рассматривает брак церковь? Что для церкви с религиозной точки зрения брак? Вы знаете, брак – это то место, где двое призваны научиться подлинной любви. Ведь мы очень часто слышим в Евангелии говорится о любви к ближнему, о совершенстве. И вот брак — это все-таки то место, где мы по-настоящему учимся любить, семья. Потому что когда человек обособлен, когда он один, он даже сам по себе знает, что его любовь, она как бы вроде отличается. Но в чем она отличается? В браке мы друг перед другом рано или поздно с вами предстаем такие, какие мы и есть на самом деле. До брака мы испытываем чувство романтики, влюбленности, мы стараемся не обидеть друг друга, заботимся друг о друге, так как будто мы действительно самые родные и самые любимые люди. Но что-то происходит со временем, когда спустя даже иногда небольшой период времени двое молодых людей или не молодых, они видят уже друг в друге врага. Почему это происходит? Это происходит, наверное, от какой-то неузнанности в первую очередь. Потому что, вы знаете, нас вот в школе учат очень многому. И не хочется говорить еще чему в нравственном отношении. Но очень редко ребенок учится тому, что такое семья. Потому что мы видим, что сегодня фактически огромное количество семей, они неполноценны. Ребенок учится поведению в семье, ну что такое семья, когда у него есть папа, мама. Он учится и смотрит на их взаимодействие. Потом он прямо или косвенно эту модель переносит на семью, которую он создает. И, конечно, если эта семья неполноценная, то очень большая склонность даже самого этого супруга или супруги к разводу. Потому что он знает, что можно самому и спокойно обойтись. Да, можно. Но что такое брак? Опять же, мы вернемся к понятию любви. Что такое любовь? Мы о ней очень много говорим. Но на самом деле любовь — это чувство, которое идет рядом с жертвенностью, которое идет с искренностью, которая идет с понятием правды. Ведь если в браке зарождается ложь, когда люди вначале лгут и говорят или показывают себя теми, кем они не являются на самом деле, то потом это превращается в огромное разочарование, когда мы видим другого там супруга или супругу в каком-то в таком свете, что нам очень страшно. И если начало брака — это ложь, то человек внутри себя и внутрь брака зарождает существо, которое можно сравнить с гидрой. Вот если ей отрезать одну голову, у нее вырастают две. И вот любая ложь, она порождает все больше и больше количество голов. И рано или поздно эта гидра сожрет этот брак. И что есть ложь? Ложь в какой-то мере другой, то есть супруг или супруга, они воспринимают как какая-то форма предательства, недоверия. В браке мы призваны научиться доверять друг другу, научиться быть правдивыми друг перед другом. А это очень непросто, потому что мы в своей обычной жизни, когда мы живем, как говорится, по-холостяцки, мы живем так, как мы хотим жить. А брак нас обязывает жить и учитывать мнение другого человека, учитывать его позицию в жизни. И поэтому молодые люди, перед тем, как вступить в брак, они должны хорошо познакомиться друг с другом, узнать друг друга. Такими действительно, потому что чтобы брак не был какой-то формой риска, хотя он такой является. В какой-то мере это можно назвать лотереей, которую человек вытянет счастливый билет или не вытянет. Но это не из-за того, что есть какая-то там слепой фатализм или кармическое воздействие на семью человека. Это из-за того, что двое не смогли все-таки свой брак преобразить. Они не смогли научиться любви. И все это начинается с мелочей. Ведь мы можем наш брак усложнить, а можем его сделать легким. То есть в каком плане легким?
Даже если один человек постоянно убирает, допустим, жена, а муж постоянно мусорит. Ну, казалось бы, такая банальность, да, что тут такого, ничего. Но когда придет какая-то конфликтная ситуация, если это длилось на протяжении многих лет, вот эта неудовлетворенность жены тем, что как поступал супруг, она становится уже претензией, которая совмещается еще с какой-то претензией. Что необходимо, чему еще необходимо научиться двум людям? Надо научиться говорить. Очень часто в браке мы замыкаемся, особенно в начале, когда мы узнаем друг друга, и, может, наши ожидания не совпадают. И нам хочется хлопнуть дверью, закрыться, и любая форма скандала, по сути, это я прячусь в ракушке. Я прячусь в свой мир, ты меня не интересуешь, я тебя больше не люблю. Но мы понимаем, что это состояние тупиковое, это состояние распада, это состояние, которое не сохранит нашу семью. И мы должны научиться выглядывать из своего комфортного, как бы такого внутреннего мира и говорить с другим, что нас не устраивает друг в друге. Об этом даже говорят психологи, семейные психологи. Потому что недоговоренность, она тоже в какой-то мере рождает вот такие конфликтные ситуации. Давайте сейчас, раз вы назвали уже психолога, мы посмотрим небольшое интервью с мнением психолога насчет того, как нужно удерживать брак и стоит ли его удерживать, когда он явно распадается. Давайте. Смотрим. Ну, во-первых, есть важный вопрос, который всегда задается семье, которая приходит к психологу за помощью. Вы готовы или вы хотите сохранить семью? И когда хотя бы один говорит, что я не готов или я не хочу, то, к сожалению, такие отношения чаще всего обречены на провал. И даже если второй будет очень стараться и будет говорить, что я все сделаю для тебя, пожалуйста, дай мне второй, третий шанс, десятый, может ничего не получиться. Потому что, как ни крути, во всех отношениях мы чем-то жертвуем. Ну, так устроена семейная жизнь. Кто-то жертвует своим временем, кто-то жертвует своим увлечением, кто-то жертвует своим хобби, возможно, да, путешествовать очень много или жить где-то там в горах, да. Ну, вот если кто-то один не готов жертвовать, то тогда нарушается баланс, брать-давать. И если нарушается баланс, то, естественно, растет агрессия. А когда растет агрессия, то есть постоянно есть недовольство, постоянно есть ссоры. И, конечно, если есть желание что-то изменить, если есть желание у пары как-то справиться с этими трудностями, они говорят об этом, да, мы хотим, значит, они будут прилагать усилия. Если они говорят, нет, мы не хотим, мы не готовы идти на жертвы, и мы хотим по-другому, то, скорее всего, эти отношения просто обречены на провал. Вот и все. Отец Александр, вот вы согласны с тем мнением, что если человек видит, что ему уже это не надо, ему постыло все, не нужно пытаться склеить разбитую чашку? Вы знаете, тут можно сказать, да, можно так поступить. Но всегда у человека есть два пути. Путь простой и путь наиболее сложный. Что подразумевает простой путь? Простой путь — это да, мы с тобой не сошлись, произошла какая-то ситуация, которая кардинально нас разлучает, да, которая не говорит, что мы с тобой близкие, которая не может позволить, допустим, мне дальше сказать, что я тебя люблю. Но что такое путь сложный? Сложный путь, он опять же сопряжен с каким-то риском. И в чем этот риск сопряжен? Когда мы пытаемся сохранить этот брак. Я видел разные семьи, разных людей в возрасте, молодых. Опять же, каждая семья — это индивидуальность. Мы не можем сказать, допустим, что надо поступать так или иначе. Почему я и говорю об этих двух путях. И один, и второй путь, они действенны. То есть, но зависит, опять же, от самой ситуации, которая возникла внутри семьи. Если мы знаем, что Евангелие говорит нам о том, что если есть прелюбодеяние, то есть измена одного супруга или супруги, то второй имеет полное право развестись с ней или с ним.
И это будет на основании даже евангельского закона. Социальная концепция нашей церкви, она еще говорит, что если бывают люди, допустим, хронические наркоманы, психически невменяемые люди, которые представляют угрозу семье, детям, то тоже этот брак может быть расторгаем. Но здесь... То есть есть определенный, да, список причин, есть, по которым, да, можно расторгнуть? Опять же, эти причины, понимаете, эти иногда люди облекают какую-то просто прихоть в некую претензию, угу, когда они раздувают из мухи слона и говорят, вот из-за этого слона я с тобой жить не могу. А просто он не хочет себе что-то поменять. Допустим, вот ему хочется вот так ходить или такой образ жизни вести, с которым там супруг или супруга не согласны. Из-за этого постоянно конфликты, и потом ты мне всю жизнь испортил или испортила, хлопанье дверью, я с тобой развожусь. То есть здесь мы видим, это просто такая прихоть человека, который хочет жить так, как он хочет. И в котором он не собирается ничем жертвовать ради любви, ради брака, ради своего там супруга или супруги. А есть действительно кардинальные вещи, которые мы, допустим, я как там муж или вы как жена, вы не в силах изменить. Допустим, если вот те причины, о которых я вам перечислил. Вот скажите, пишут, что христианская брачная любовь есть не только радость, но и подвиг. Вот сколько подвигов должен совершить человек, сколько он должен жертвовать? Где-то точка, когда уже жертвы, ну все, уже край. Чем может жертвовать человек и стоит ли этим жертвовать? Ну, вначале поговорим о том, что радость не бывает без подвига. Мы можем выбрать разный путь, за него нас не осудят, но это наш выбор. И если мы сможем пройти через трудный путь, через путь какого-то, может, колоссальнейшего самоотречения, этот может быть путем потом огромной радости. Но опять же, если супруг или супруга нами просто манипулирует и через различные жизненные манипуляции заставляют нас, как говорится, уступать и делать то, что мы хотим. Ну, допустим, мы говорим, да, мужик подкаблучник, да, там, или там еще там деспот. Вот, когда он просто, пользуясь слабой характерностью жены, просто ею начинает на нее давить и достигать своих целей. И она у него просто становится такой прислугой. Принеси, подай, больше не мешай, ты мне не нужна. Для развлечения найду себе молодую. А ты должна все это терпеть. То извините, это не брак. Это просто это рабство, которым мы, конечно, не обязаны жить. И от которого мы можем отказаться. Вот вы сказали о терпении. Вопрос о прощении. Что мы можем себе позволить, прощать или не прощать? Я думаю, это вопрос, который каждый сам себе задает. Потому что у каждого из нас есть своя степень сострадание, милосердие, понимаете? То, что я могу простить, допустим, вы не можете простить. Для вас это будет тяжело. И я наблюдал, когда люди шли путем тотального прощения, когда они позволяли, допустим, жены своим супругам все, потом это ломало их настолько, что они впадали в состояние отчаяния, и дело заканчивалось очень плохо. Потому что супруг просто жил в свое удовольствие, а жена просто терпела и говорила, надо терпеть. Из вашего опыта существуют какие-то универсальные способы, как можно укрепить брак, который начинает трещать по швам? Универсальные способы? Ну, вы знаете, я думаю, что универсальные способы все заключены у нас с вами в Евангелии. То есть мы можем почерпнуть Писание, мы можем почерпнуть из жизни святых людей. Не случайно есть многие святые пары, которых нам сегодня ставят в пример для подражания друг другу. Вот, но так или иначе, я думаю, что универсальное правило — это взаимоуважение. Вот из этого взаимоуважения идет и взаимосмирение, и взаимотерпение, идет и дополнение друг другу. Друг другом, понимаете? Когда мы научимся дополнять друг друга, не навязывать, не встревать, а дополнять. То есть каждому человеку есть свой подход, и мужа к жене, и жене к мужу. То есть это такие индивидуальные моменты, которые вырабатываются.
И вот если человек, в этом-то и заключается его жертвенность, понимаете, я буду так поступать не из-за того, что вот просто мне так хочется, а иногда потому что так нужно, чтобы сохранить наш брак, чтобы не стать дятлом, который будет долбить в лодке, в которой мы вместе плывем. Ведь брак — это совместное плавание в лодке. Если мы будем пилить в этом дне, в этой лодке дыры, просверливать их там своими скандалами, претензиями, своими поступками, то эта лодка рано или поздно тонет. И, как ни странно, тонут-то оба. Стремление сохранить брак ради детей — это путь в никуда или это реальная возможность сблизиться со временем? Я думаю, если просто ради детей, это будет видимая фикция семьи, которая супругам навряд ли что-то даст. Но она в какой-то мере поможет ребенку менее травматично перенести развод. Но опять же, иногда люди как бы все решают в каком-то таком запале, бывает. И когда они просто говорят, давай ради детей останемся вместе, проходит какой-то момент, и в них опять может зародиться искра любви, которая была потушена. Ведь что такое любовь? Это мы называем его, да, огнем. Вот он может сжечь все, а может согреть и осветить, и может потухнуть, и все может остыть в наших отношениях. Но любые отношения можно реанимировать, если этого, конечно, хотят оба. Кстати, карантин, который был запроваджен в нашей стране, да, дал такую проверку мощную многим бракам. Да, вы знаете, очень многие люди оказались несостоятельны находиться друг с другом в одном закрытом помещении. Потому что привыкли, я на работу, ребенок в школу, и все. А вечером уже встретились уставшие, там уже не до выяснений, не до пониманий, там поел, легли спать, посмотрели там телевизор, интернет, все, утром опять на работу. А сейчас все-таки мы встретились с тем, что мы друг с другом не просто просыпаем и засыпаемся, но мы еще находимся в более тесном контакте. И как оказалось, что мы не совсем те, за кого себя считали. То есть вот этот карантин, он тоже его можно использовать во благо. Посмотреть действительно вот все эти изъяны внутри наших семей. Я думаю, мы в следующих передачах еще не раз коснемся с вами темы и браков, и венчания, и разводов. Сколько можно раз разводиться, если ты венчался. Ну и, соответственно, и детей тоже, и их ситуации, их состояние психологического в процессе развода и в счастливой семье, и в несчастной семье. А пока я вас благодарю, и можете обратиться к зрителям. Я хотел бы пожелать каждому из нас мира в наших семьях, чтобы мы трудились над созданием внутри наших семей действительно Эдемского сада, в котором бы преобладала гармония и радость, из которого бы исходил хаос и зло. Отец Александр, спасибо вам еще раз. И вы до следующих передач пообещайте собирать интересные случаи своей жизни из опыта, которые мы могли бы рассказать нашим телезрителям. Постараюсь. Спасибо. Всего доброго. А телезрителям я напоминаю, что сегодня мы говорили о браке, о семьях, о конфликтах, примирении, терпении и любви. Гость нашей студии был протоиерей Александр Ерёмин. Мира и добра всем вам. Увидимся. Уважаемые телезрители, в Запорожской епархии Украинской Православной Церкви работает интернет-приемная. Вы можете обратиться к Высокопреосвященнейшему Луке, митрополиту Запорожскому Мелитопольскому, с любым вопросом, относящимся к компетенции Запорожской епархии. Просим вас обязательно представляться в обращении и указывать свои контактные данные. Для отправки письма вы можете воспользоваться формой на сайте епархии или отправить электронное письмо на адрес, который вы видите на своем экране.